Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев живет в Одинцовском районе. Поэтому на воскресных выборах он голосовал на территории своего муниципалитета. Андрей Юрьевич прибыл на избирательный участок около 9 часов утра в сопровождении супруги и маленького сына. На то, чтобы зарегистрироваться и проголосовать, у него ушло всего несколько минут. Настроение хорошее, все открылись участки, люди пошли голосовать, погода великолепная. Выборы всегда это важно, это ответственность большая. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей Подмосковья придет на избирательные участки, отдадут свои голоса, ну и хорошо проведут день. Среди тех, кто в этот день пришел на избирательные участки, было немало вип-персон и широко известных в стране творческих людей. Автор и исполнитель популярнейших песен Денис Майданов голосовал в Одинцовской гимназии номер 14. Он тоже привел с собой семью. Очевидно, когда дети достигнут избирательного возраста, их не придется уговаривать приходить на выборы. Голосовали мы с детства, хоть мы и не голосовали, но родители всегда нас брали с собой. Это был такой семейный народный праздник. И я, уже будучи родителем, хотел бы, чтобы видели мои дети, что от мнения папы, от мнения мамы зависит наше сегодняшнее и завтрашнее будущее нашего Подмосковья. Поэтому сегодня с огромным удовольствием пришел всей семьей. Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина проголосовала на избирательном участке в Одинцовском кампусе МГИМО. Она подчеркнула важность выборов и для нашего муниципалитета, и для всего региона в целом. Мы голосуем за нас, за наше будущее. Конечно, это очень важный день. Я надеюсь, что все граждане нашего Подмосковья придут и сделают правильный выбор. И вы знаете, я живу в Одинцовском районе. У нас есть очень много хороших программ, которые мы бы хотели продолжить. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. Мы очень волнуемся, и я думаю, что меня поддержат. Мы сделаем правильный выбор. И Лариса Лазутина, и Денис Майданов не только проголосовали на выборах губернатора, но и приняли участие уже во втором народном рейтинговом голосовании по созданию комфортной городской среды. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».